Саша Ангелов из Бостона спрашивает: «Рав, вы живете тем, о чем говорите? Я стараюсь это чувствовать абсолютно безрезультатно. Как мне это почувствовать?» Из Японии тоже вопрос: «Как мне можно соблюдать намерение, если я все время стараюсь понять и не понимаю?» Очень просто. У одного японца взять японский нож, а у Саши из Бостона, это наш врач, дать ему этот нож, и пускай начнет резать по мясу, по кусочкам, и тогда будет чувствовать. Он жалуется на то, что я чувствую, а он не чувствует. Желание. Должно быть желание для выяснения, когда ты просто отрезаешь от себя, буквально отрезаешь от себя плоть, чтобы понять, ты способен хоть еще чуть-чуть и еще чуть-чуть отдать ближнему, отдать в отдачу, или же нет. В этом выяснение келим, которое мы изучаем. Вопросов больше не осталось, да? Ну ладно, продолжим.